Благодаря активной деятельности этого музея, история перестает быть воспоминанием, становясь источником вдохновения, активной силой, проводником из прошлого в будущее. Здесь хранятся живые и красноречивые свидетельства творческой созидательной силы и бессмертного духа нашего народа. Это дом таинства. С благодарностью, отеческой любовью и патриархальным благословением Каригин, первый католикос всех армян. Самым популярным и обязательным для посещения туристами объектом в Ереване является Национальный исторический музей Армении. Посетив его, можно осознать глубину величия и уникальную самобытность древнейшего народа, не только дожившего до 20 века, но и сохранившего свою культурную и этническую особенность. Всем привет! С вами снова я, Евгений Малоенков, и вы смотрите клуб путешественников. Сейчас мы находимся в Армении, в Ереване, возле входа в Национальный музей Армении. И сейчас я вам покажу экспонаты, которые находятся в этом музее. Приятного просмотра! В Музее истории Армении сегодня действует специальная выставка, посвященная 50-летию раскопок Арташата. Тайна земли Арташат на перекрестке культур. Арташат, основанный еще во втором веке до нашей эры, находился на перекрестке дорог, по которым пролегал так называемый Великий Шелковый Путь. В течение нескольких веков здесь шла бойкая торговля, а после переноса столицы Армении в Двин в V веке функции перевалочного пункта мировой торговли перешли к нему. Но после этого еще долго за Арташатом сохранялся эпитет «Великий». В древние времена город имел также большое стратегическое значение. Недаром он много раз завоеван и отвоеван, разрушен до основания и отстроен заново. Об истории города мы узнаем из летописей Плутарха Страбона, Мовсеса Хуринаци и Прокопия Кесарийского. Но наиболее полную картину жизни этого древнего мегаполиса помогают воссоздать артефакты, найденные в ходе раскопок Арташата. Раскопки начались в 70-х годах прошлого столетия, когда обнаруженная в ходе проведения водопровода в селе Покрведи латинская каменная надпись с упоминанием названия города Артаксата, Арташат и титулов римского императора Траяна не оставила сомнений по поводу местонахождения древней армянской столицы. Для сохранения древней армянской столицы и получения возможности проводить археологические исследования на всей его территории, в правительство внесен законопроект о предоставлении Арташату статуса государственного заповедника.
Выставка «Фрагменты идентичности украшения». Как сообщают из музея, в экспозиции вошли избранные из коллекции музея истории Армении украшения 18-20 веков, браслеты, ожерелья, пояса, головные уборы и другие, а также рабочие инструменты армянских мастеров, этнографические фотографии. Украшения играют важную роль в сохранении и популяризации национальной культуры, отражая национальные эстетические представления, чувства, вкус и стиль. Цель выставки – раскрыть и представить, как и какие украшения носили армяне, каковы были их смысл и значение, как армянские украшения распространялись в разных странах, а главное – привлечь внимание современных армянских мастеров к истокам национального искусства. Дорогие друзья, идем на выставку галереи. Спускаемся вниз. Открытие в Национальной галерее Армении выставки «Армянский импрессионизм» стало одним из главных художественных событий Еревана. Впервые в Армении в едином пространстве представлена армянская сторона импрессионизма, одного из важнейших явлений в мире искусства.
греко-армянский импрессионизм включает в себя более 70 живописных и графических работ 20 художников, в основном работавших в первые три десятилетия 20 века. Основу выставки составляют уникальные работы выдающихся художников Гевурга Башлджагяна, Гегеша Тадивусяна, Ваграма Гафиджияна, Карапета Адамяна, Мартироса Сарьяна, Сидрака Аркеляна и Ерванда Кучара. Импрессионизм от французского впечатления. Направление в искусстве, прежде всего в живописи, последней трети 19-го, первой четверти 20 века. Возникновение термина связано с первой выставкой французских художников-единомышленников, прошедшей в 1874 году. Одна из представленных на ней картин Клода Моне. Армянский импрессионизм как самобытное явление сформировался на рубеже 19-20 веков под влиянием родоначальников направления французских художников. Армянские художники-импрессионисты, переняв уникальную манеру, обращаться к изображению мгновений жизни, вслед за своими учителями передавали ощущение света, как бы растворяя в нем привычные очертания предметов и форм.
посетили 3 выставки в день бесплатных музеев. С вами был, как всегда, я, Евгений Малоенко. Всем пока-пока и до скорых встреч!